Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий», в которой мы расскажем об астрологическом прогнозе для каждого знака с 10 по 16 июня. Овнам неделя принесет беспокойство, споры и конфликты. Звезды советуют ограничить количество диалогов на этот период, а энергию направить на занятия спортом или другие активные действия. 10 июня ваша сила в умении убеждать и точно доносить информацию. Не упустите шанс для достижения желаемого. Тельцов ждет очень гармоничная неделя. Договориться с окружающими не составит труда, а планы будут реализовываться как бы сами собой. Воспользуйтесь этим состоянием, чтобы реализовать то, о чем вы давно мечтали и планировали. Самого пристального внимания близнецов на этой неделе потребуют партнерские отношения. Вы будете обсуждать материальные вопросы. Желательно не планировать отпуск, слишком много дел, которые необходимо решить в кратчайшие сроки. Звезды рекомендуют в этот период заняться укреплением производственной и финансовой дисциплины. У вас появится острое желание создать хорошую материальную базу для себя и своей семьи. С понедельника ракам стоит проявить свою смелость и решительность. У вас будет много энергии, которую следует направить на достижение ваших целей. Будьте активными и инициативными, но внимательно планируйте свои расходы. Еще наступившая неделя – это отличный период у раков для занятий спортом, пеших прогулок на свежем воздухе. С самого начала недели львам стоит проявить творческие способности. Вам предстоят возможности для расширения горизонтов и обретения новых знаний. Отличный период для львов-бизнесменов. Вы сможете приумножить свое состояние. Если ищете работу, то успешным для вас будет любое собеседование. Середина июня – фантастическое время для Дев. Это период вашего звездного часа. Вам настолько будет вести во всех сферах жизни, что порой начнет казаться, что это все происходит не с вами. Весам астрологи напоминают о том, что пришло время всерьез начать заботиться о себе, поменять график и режим дня, ввести новые полезные привычки, позволить себе больше красивого и приятного. Социум вам сейчас не очень интересен, в карьере мало возможностей, поэтому сосредоточьтесь на себе. На этой неделе скорпионов посетят гениальные идеи, которые, к сожалению, придется отложить на некоторое время. Начиная прямо с понедельника, вы будете вынуждены заниматься повседневными делами. Ну а в личной жизни вас ждут приятные события и новые впечатления. Не лишним будет составить планы на будущее. Стрельцам астрологи советуют обновить свой деловой гардероб. Новый костюм, туфли, а также аксессуары в будущем пригодятся для серьезной сделки. Вы, несомненно, произведете впечатление на новых деловых партнеров. У козерогов наступает благоприятный период для сдачи финансовых отчетов. У вас появится шанс проявить себя в профессиональной сфере и оказаться в центре внимания. Ваше обаяние не знает границ. А если обдумываете расширить жилищные условия или начать новое обучение, звезды советуют козерогам самое время рассмотреть предложение и начать действовать в данном направлении. Звезды обещают водолеям неожиданное знакомство, которое перевернет всю вашу жизнь. Вы сможете обрести счастье. Однако не стоит забывать, что не всегда все происходит стремительно. Будьте терпимее, и все будет так, как вы мечтали. На этой неделе рыбы смогут обрести покровителя или обзавестись влиятельным другом. Будьте открыты к знакомствам, так как этот человек сможет найти решение той проблемы, которая давно вас беспокоит.
Напоминаем, что 26 мая планета щедрости и подарков судьбы Юпитер из знака Телец перешла в Близнецы. Там она пробудет до 9 июня 2025 года. Это бывает один раз в 12 лет. Вы можете вспомнить события июня 2012-го. В какой сфере жизни вам особенно везло? Это может повториться и в 2024-м. С вами была Наталья Буслаева. До новых встреч и будьте счастливы!